Украина выступила с инициативой о создании организации стран-экспортеров зерна. Картель может обеспечить стабильность на рынке. В нее войдут ключевые мировые экспортеры сельскохозяйственной культуры – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина и ЕС. Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в настоящее время ведутся переговоры. Члены зернового ОПЕК смогут совместно противодействовать нежелательным мерам. Если члену организации запрещали бы импорт в определенную страну, это считалось бы нарушением интересов всех, говорится в сообщении. Зерновой ОПЕК будет своевременно реагировать на угрозы продовольственной безопасности. Создание такого картеля всегда направлено не только на координацию рынка, но и на исключение влияния каких-либо негативных факторов, которые отрицательно будут влиять на мировой зерновой рынок. В таком случае следует определиться, может ли картель выработать такие механизмы, выявить степень влияния на аграрную политику других стран, не входящих в картель, а также, что самое главное, определить ту плоскость воздействия, которая будет являться действенным в координации рынка. Самая важная специфика производства пшеницы – это погодные условия или же качество почвы.